Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, у нас закончился турнир. Правда, прошло уже 30 минут. Ну, давай посмотрим. Так, это понятно. Вот они, 75 платиновых осколков. Ребята, нам, если я не ошибаюсь, нам нужно еще одна неделя. Сейчас посмотрим, чтобы быть точным. Да, нам еще одна неделя, и мы с вами будем... кого-то переводить в платиновый ранг. Так что не забывайте, ребята, писать свои комментарии, кого будем переводить. Как говорится, чем больше голосов за определенного персонажа, тот, конечно же, у нас первым и пойдет в платиновый ранг. Так, ну что, давай дальше мы, наверное, сразу же начнем с турнирной арены. Кстати, на турнирке у нас разыгрывается тигриный коготь, или как я его называю, Шархан. Давай сразу же, как говорится, на горяченьку и попробуем найти 11-11. Времени прошло не так много. Я думаю, что можно тут все это найти, если постараться. Что-то не дают. Прикинь. А, так, есть, нашли. Так, ну что, тут уровень, как обычно, ребята, 17-18. Это очень долго у нас будет длиться, вплоть там, я не знаю, до конца игры. Где-то под конец игры, может быть, появятся полтинники, может быть, даже шестидесятники. Но это не точно. Поэтому, естественно, самый начальный забег, он будет довольно-довольно легким для нас. Ну и, соответственно, мы будем очень быстро сейчас продвигаться. Хотя я бы не сказал, что очень быстро, 79-я позиция на двух звездах, такой себе. Так, ищем 11-12. Когда буст, ребята, идет хорошо, это сразу видно. Это сразу видно и по... тому, как мы продвигаемся. Если бы у нас хотя бы сейчас была бы там 30-я позиция, да, я бы сказал бы, вот это мы рванули. А 79-я, я понимаю, что мы продвигаемся по больше, чем 100 ступенек, но все равно, ребят, хотелось бы где-то 150-160 ступенек пробивать. Ну вот, видишь, еще меньше продвинулись, твою налево. Ну что, 12-13... И это мы еще играем, ребят, своими слабыми персонажами. Давай дальше, посмотрим. Так, вот они стоят здесь. Ну, тут как-то да. Тут массовых атак практически нету, поэтому приходится вот так вот делать. Разбирать по одному, каждого отдельно. Ладно. Так, покажите мне, пожалуйста, наш результат. Так, в элиту мы уже пришли, и... ну, здесь уже немножко больше, чем 100 ступенек пролетели. Но мне надо 12-14. 12-14, но они мне почему-то дают 12-13 по-прежнему. Мне такое дело не устраивает, ребят. Во! Есть. Так-с, 27-й, 28-й, 29-й ранг, да, у нашего противника. Мы еще до сих пор 4 персонажа разыгрываем. Я думал, что уже дадут нам пятерочку. Пятерочка вручает. Давай, наверное, сделаем поджог. Угу. И Кейси добивает. И Кейси здесь добивает своей клюшкой нашего оппонента. Но элита 2 звезды, понятное дело. И вот. Вот, друзья мои, вам показатель медленного продвижения. С какого перепуга вы мне занизили-то? А, да, занизили. Ну что, вы дадите мне 13-15 или что? Есть. Они занизили, друзья мои. И это причем, ну, грубо говоря, на начале игры. 5 персонажей дают, и нам вот такую вот пакость они приготовили. Я даже не уверен, что мы сейчас с тобой продвинемся на 100 ступенек. Вот в чем беда. Ладно, бросим им туда бомбочку. И вот сейчас посмотрим, друзья, на какую позицию мы с вами переместимся. Но вот, ребята, я как минимум на вот такое вытворять начинал на самураях, но никак не на элите. А прошло, еще раз говорю, ребята, всего лишь полчаса. Всего лишь полчаса прошло. То есть это уже сама игра, ребята. Вот она захотела сделать так. Получи так. Захотела сделать лучше для тебя, ты получишь лучше. Так что здесь не в нашем, как говорится, мастерстве дело.
потому что тут сам видишь, тут мастерства нам не занимать. Но вот игра делает такие подлянки, и поэтому если она решит, что ты сегодня попадешь в Лигу Мастеров, ты обязательно попадешь. Как бы ты ни играл, как бы ты хорошо или плохо не играл, ты все равно попадешь. А с ее выкрутасами, не, вот с этими вот выпендрежами, так скажем, ничегошеньки, ребят, нам не сулит вообще. Так что делайте вывод, это все дело случая, а не мастерства или еще что-нибудь, или какой-то там тактики. Нет, тактику я выбираю для себя. Единственное, что как бы пройти быстрее и меньше потратить, я не знаю, сил для этого. Все, а остальное, ребята, делает игра. То есть, как у нее там алгоритм настроен, вот по такому алгоритму она и действует. Вот, мы даже должны были с вами дойти до самураев, а уже на самураях у нас обычно идут всякие там сбои. Там замедление, все. А тут нам на тебе, на элите сделали замедляху. Ну это разве нормально? Конечно нет, ребят. Конечно нет, это неправильно и... подлог, одним словом. Ну что мне... 14, сколько там, 17, вот, далее. Поэтому можно уже делать выводы, что до Лиги Мастеров нам уже однозначно не пройти, это факт. А вот до Лиги Сёгунов 3 звезды, это, ребят, тоже под вопросом. Давай, Майки, бомби. Так, хорош. Так, минус Кейси. Тут Кейси, Бакс. Кейси Бакстер уже всех перебрал. Так, давай, наверное, сделаем так. Ну, что это? Ну, Рокол, не подведи. Прекрасно. Так, ладно. Смотрим. Да ну нафиг, даже в самур... даже в самурай 2 звезды не попали. Да, друзья. О чем тут можно дальше говорить? Если мы на одном ранге, что там 2 раза протусовались, что здесь протусовались, это уже минус. Это уже дофига каких минусов, ребят. Просто очень много минусов. Я говорю, если мы уже из начала игры начали вот такие вот выпендрежи получать от игры, то поверь, дальше она нас радовать чем-то особо не будет. Вообще. Нам просто придется смириться и делать этот буст. И бустом-то его не назвать. Просто играть в эту игру и... как обычным, как в обычном, ребят, режиме. Все. Это офигеть можно. Да, неожиданно, конечно. Такой подляночки я не ожидал. Мы... по-всякому, ребята, играли с вами, да, вы знаете. Но чтобы вот так вот, вот в наглую прямо, прям в лицо вредить, это, конечно, да. Это что-то с чем-то. Ну, давай сделаем так. Минус Лео. Так, массовую сделаем от Рафаэля. Рубанем. Какой инвиз? Какой инвиз? Ну не смеши ты, пожалуйста, меня, пацан. В инвиз он ушел. На тебе. Думает, я его там не увижу. Если он один остался, ребята, он сразу же хоть в инвиз, хоть где, все равно он проявляется. Самураи 3 звезды. Так, а у нас какой там должен быть? 14-18 или 15-19? По-моему, 14-18, ребят, да? Было 14-17. О, уже все, ребят. Уже 70-ники пошли. Уже 70-ники, а мы с тобой еще... мы даже еще не в сёгунах. А уже 70-е уровни. Ты серьезно? Игра, ну ты, конечно, да. Сегодня превзошла сама себе. Сама себя, ё-моё. Господи, да. Это нам что, 3 поединка нужно сыграть, чтобы мы только перешли с тобой на сёгуны?
Вы издеваетесь? Не, ну серьезно, вы издеваетесь? Я не к вам, ребят, я к игре обращаюсь. Какого перепуга? Я же 49 ступенек сейчас не перепрыгну. Друзья, 49 позиций я не смогу перепрыгнуть. Ну, 40 это, по-моему, максималка, да? Ну-ка. Перепрыгнул. Я не знаю, я не понимаю этой игры, ребят. То она мне, блин, дает всего лишь 40 ступенек, то дает больше, то меньше. А вот сейчас, по идее, 15-19, но... Так а что оно? Что тут искать? Тут уже все, ребят. Тут уже поздняк метаться, потому что... Мы с собой выглядим Кисюгунов. Одна звезда. По три поединка на каждую. Это чтобы перейти... Это наш стандарт, ребят, не забывайте, три поединка на каждом ранге, я имею в виду уже после того, как мы попадаем в сюгуны, чтобы нам пробиться дальше. Сейчас мы посмотрим. У нас 97-я позиция, так? Так. То есть, за каждый бой у нас должно прибавляться по 30 ступенек, так? Давай смотреть. Сейчас мы должны быть где-то на 65-70 ранге. 51-й, блин, да как ты, я не пойму. Она вообще, она ломает, ребята, мои все, как сказать, все мои какие-то догадки, какие-то предположения, которые я до этого делал. Что не так с игрой стало? Почему она, там она дает нам меньше продвижения, здесь она нам дает больше продвижения? Я не понимаю этого. Я не понимаю. Ну-ка, смотрим. Ну, здесь 40, получается 40... 40 с копейками. Но не 50, ребята. Полтинник она мне не выдала здесь, к сожалению. М-да. Это чё? Это чё получается, что мы сейчас с тобой только лишь... Мы закончим игру на Лиге Сёгунов 2 звезды? Серьезно? Если мы раньше не могли хотя бы дойти до Лиги Мастеров, но мы хотя бы доходили с тобой до Лиги Сёгунов 3 звезды спокойненько. Прям вот вообще, ребят, не напрягаясь, да? Я уже там боролся за последний бой, там два боя. Здесь же получается, что вообще какой-то трешняк. То есть... Я дохожу до... Блин, он не дает мне. То есть я дохожу до Лиги Мастеров 2 звезды с натяжечкой. Понимаешь? Практически на последних своих персонажах. О, друзья мои, да. В общем, бесполезно здесь что-то прогнозировать. Просто бесполезно. У нее своя жизнь. Она ей живет. Ну, я тебе о чем говорю. Я тебе о чем говорю. Мы с тобой дойдем до Лиги Сёгунов 3 звезды с офигенной натяжкой. То есть мне приходится... Вот, мне пришлось, ребята, всех практически... Вот остался Супер Шреддер и Рафаэль. Подожди, я кого-то... Не, я всех взял. Но как это можно вот понимать? Ну, на каком вообще вот это вот основании это все так сделалось? Я не понимаю. Почему у меня осталось два персонажа в отбой сейчас? Не могу врубиться. Всегда оставался один, когда мы всех с тобой использовали. Сейчас почему-то два. Я что-то где-то пропустил, что-то накосячил, я не пойму. 86-е место. Я вот этого что-то не врублюсь. Почему два-то персонажа у меня осталось? Я вроде откаты не тратил. Здесь уже придется, ребята, откаты взять. Фиг, где два персонажа. Отыграю я их. Что уж там. Но опять же, я в Лигу Мастеров, ребят, не попаду. Будет позиция где-нибудь там 40-я, 30-я. Но мы 80 ступенек с собой не сможем перепрыгнуть. Вот хоть ты тут тресни, это вообще это нереально. Я, в принципе, и не собираюсь, как бы, но...
Но все равно, ребята, игра меня что-то тут... Какая там 40-е, 30-е, 50-е. Получи и выкуси называется. Вот так вот, друзья. А делайте остальные выводы сами. У меня нет слов просто-напросто. Я на такое вообще не ожидал, что так будет. Но, как видишь, оно произошло. Оно просто, ребят, произошло, и все. Так, я возьму здесь левую, что я хочу захилять свою команду, потому что она уже потрепана и изрядно здесь. Нам надо... Но нам надо восстановить здоровье. Так, а, у них еще и уклонение стоит. Молодцы, ну-ка давай. Лео, лечи. Хвостом, правильно. Так. Нет, 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 нет. Ха, промахнулся. Так, вторая волна. Ну-ка. Рахзар, Шархан. Наверное, в первую очередь Рахзары. Теперь кубарем. Минус тигриный коготь и минус карайка. Ну вот. Но буст, конечно, сегодня это был полный трэш. Но у меня других слов нету. Полный трэш, друзья. Так, ну что, пойдем собирать. У нас мутагена 26 тысяч. Кстати, может быть, Донателло еще прокачаться сможет. Может, ребята. 86 уровень он получает. 86 уровень он получает. И мы идем дальше на нашу... Где она там? Алапекс, вот. Значит, нам не хватает... Подожди, а разве мы в прошлой серии... мы Дарум искали, да? Так, теперь нужно 13 книжек. Одна есть. Вторая. Так, третья. Четвертая. Четвертая. А и все, что ли? Сырный телефон, это нам не нужно. Так, пятая. В общем, весь сыр я, ребята, тут сливаю всю пиццу. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. И все. Не хватает. В общем, 4 книги нам еще остается, ребята. И мы прокачиваем ей до 5 ступени. До 5 ступени. Подожди, я, по-моему... А, открыл уже? Когда я ее успел открыть-то? Что-то я уже вообще ничего не помню. Что у нас, ребят, на испытаниях? Эксперт будет Усаги. У кого нет Усаги, я думаю, что... Усаги плюс Леонардо. Это будет хорошая топовая колода для новичков. То есть они смогут продвигаться по всяким событиям, по испытаниям, если его найдут и хотя бы немножечко прокачают. И тут у нас будет платиновый дух. Угу, надо будет тоже, ребят, поучаствовать, но оно открывается у нас, как то говорится, с пятницы, через 4 дня. Сегодня понедельник, через 4 дня будет пятница. Вроде бы пока все. Сейчас я это обменяю, чтобы оно не мешалось. Все, больше... А, вот. У Рахзара, да, мы же сегодня только получили. Ну, Донни потихоньку растет, ребята, 86 уровень. Конечно, еще до сотки ему долго, но, тем не менее, потихонечку он прокачивается. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.